Друзья, всем добрый вечер. Я вас рад приветствовать у себя на канале. Ребятки, сегодня у нас суббота. И я сегодня в субботу выходной. Мне воскресенье, короче, никто выходного не дал. Вот, дали мне, короче, его в субботу. Все на том простом основании, что воскресенье. Меня уже припрягли ехать в Днепропетровск. Так что завтра у нас будет, дорогие мои, поездочка по Днепру. Вот, опять те же точки, короче, опять те же ням-ням. Единственное, что там на обратном пути, короче, в Павлограде надо будет кое-что позабирать, какой-то товар. Ой, ну а выходной сегодня, друзья мои, это не выходной. Всю неделю меня, короче, отец просил, у нас, получается, на автомобиле, короче, легло, этот, лег диск сцепления. Ну, то есть, чтобы вы понимали, я включаю первый, я не еду. Ну, как я еду, но еле-еле, я ей даю разгона, а она буксует. Ну, это значит, короче, к диску сцепления пришла хана. Ну, что вы думаете, действительно так оно и есть. Разобрали мы это все красиво. Ну, так и получилось, что он просто тупо стертый. Блин, капец, как оно быстро темнеет. Я в шоке. Вот время уже 4:30 дня, а на улице уже все, уже темнеть начинает, уже, видите, плохо видно. Город так же само, ну, короче, капец. Вот, ну, мы его, короче, поменяли, все дела, вот вам и выходной, друзья. А получилось, короче, ребятка, так, что батя меня просил еще где-то неделю назад это сделать. Ну, сами понимаете, да, 6-дневная рабочим днем как-то не очень сильно время есть. Вот, а получилось, как это вся фишка. Мне вчера зарплату дали. Я, конечно, с этой зарплаты, друзья мои, в шоке. 9800 дали зарплаты. Обалдеть. Пахал всю неделю, спрашивают, ради чего? Ой, пардон, друзья, оговорился. Месяц пахал за 9800. Ну, там еще 2000 аванса, 11800, ну и 1000 я на предприятии, короче, прохал. 12800, пускай грубо 13000, грубо, это уже так брать, если... О, дождь, чей снег, о, блядь, фу, дождь, снег, ветер. Вот, я ж принес жене такую, дал зарплату в руки, посмотрела такая, да, говорит, ну где же эти, говорит, обещанные 18 тысяч ставки. Ну да, говорю, 7 дней, говорю, просидел дома, благодаря, опять же, предприятию, которое, видите ли, у меня, это самое, я им не нужен был, я ж там, типа, не знаю, как подмену, что ли, водитель, работа есть, работа. Короче, не в том месяце, да, у меня 18 вышло, а в этом месяце, видите, такая фигня. И, короче, надо было сегодня скупиться домой, все дела. А я ж тут батя же со своим диском. Ну шо, блин, пришлось выбрать диск, потому что машина, она это такая вещь, знаете, сами необходимая. Пошел менять, жена давай наяривать по 500 раз. Ё-моё, я тут тащу сумки, тебя нету, ты как всегда со своей машиной. Всю неделю тебя не дождешься, целый день на работе, вечером приходишь с работы. Уже поздно. Ну, короче, капец. В общем, мне сегодня, я же не выходной, а какое-то нервомотание, ей-богу. Но, тем не менее, сделали. Жена скупилась, правда. Злая осталась. Но мы что с вами, мужики, знаем, как загладить вину перед женщиной. Особенно вечером. Так что, такие дела. Сейчас уже все поставил свою ласточку. Иду домой к своей, другой ласточке. Вот. Будем заниматься дома делами. У Илюхи сегодня целая куча. О, мне же кто-то звонит. А ну, погодите. Так что, друзья, вот так вот мы проводим свой один, единственный выходной день. Ну, завтра я тоже думаю, будет выходной в плане, что в Днепр хоть не мотаться по точкам. Но посмотрим, короче, как день ляжет. Поедет со мной жена, не поедет жена, не знаю. Вот. Будем, короче, смотреть. Батя там что-то собирался со мной ехать. Ну, не знаю. Может, жена, может, батя. В тот раз я, конечно, жену с собой брал, но с ней намного веселее. Если мы не будем, да, как с женой не поехать в такое рассветное путешествие в соседнюю область. Ну и завтра, я надеюсь, тоже ее уговорил. Если Илюха отпустит нас, ну, то поедем. Вот какой прекрасный вечер, куча туч. Скорее всего, наверное, ребят, будет дождик у нас в городе. Так что, ребятки, давайте на этом все. Извините, конечно, такой видос в темное время суток. Ну, поскольку освободился, и я не виноват, что так темнеет поздно. Рано. Все, ребят, давайте на этом все. Всех благ, всем доброго вечера и ни единого нам прилета, ребят. Все, всем пока.